Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов проверил ход реконструкции стадиона «Спартак» в Звенигороде. Партийный мониторинг осуществляется в рамках проекта «Детский спорт» и отработки наказов предвыборной кампании. Работы на объекте близятся к завершению. Строительная готовность составляет более 90%. Обновленный стадион станет одной из площадок грядущего праздника – 870-летия Звенигорода, который отметят 17 сентября. После реконструкции спортивный объект позволит охватить практически все возрастные группы звенигородцев – от малышей 6-7 лет до пенсионеров.